Ключ на старт, от винта взлет. Квадрокоптер взмывает, нет, не в небо, под потолок полигона Ульяновского авиационного колледжа Межрегионального центра компетенций. Именно здесь, в преддверии соколиной охоты, тренируется команда МЦК. Мы тренируемся несколько раз в неделю, отрабатываем навыки сборки, проектирования полета, ну и сами полеты также отрабатываем. Это только со стороны полет дрона выглядит легко и непринужденно. За видимой простотой стоит серьезный труд по настройке, калибровке, корректировке и постоянному оттачиванию навыков пилотирования. Кстати, всем пилотам от 12 до 18 лет, и все они являются воспитанниками региональных кванториумов и IT-кубов. То оборудование, которое там есть, оно нам позволяет выполнять все необходимые действия именно для соколиной охоты. А если это показные выступления, то мы тренируемся непосредственно на базе колледжа, либо выезжаем за город. 6 и 7 сентября спортсменов приютит Ульяновский государственный педагогический университет. Там участников ждет целый ряд конкурсных состязаний. На соколиной охоте будет несколько модулей. Один из модулей, в котором мы участвуем, это как раз-таки модуль по автономному прохождению трассы. Будет определенное препятствие, которым участникам необходимо запрограммировать маршрут беспилотного воздушного судна и по нему пройти. И большое количество всевозможных соревнований именно по программированию беспилотных воздушных судов. Есть также и направление по мобильному софту для беспилотных воздушных судов, потому что мы с вами понимаем, что полупрофессиональные беспилотники, которые сейчас пользуются спросом у большинства граждан, они в большинстве своих случаев как раз-таки используют телефон. Завершится соколиная охота 8 сентября на территории аэродрома «Белый ключ», где состоится военно-патриотический авиационно-спортивный фестиваль «ДОСААФ России». В этот день и объявят победителей чемпионата.